Сумесны рейд под назвой «Саступи дорогу спецтранспорту» провели у Гомеле супрацовники ДАИ и МНС. Подчас специального мероприемства выявлены шерах порушений с боку водителей, которые были притягнуты до отказности. Евген Побаловец володая подробязностями. Ситуация, когда на дороге не пропускают пожарную аварийную технику, не является выключением. Часто водители не звертают увагу на проблесковые маячки, имкнутся проехать первыми. Некоторые увогуле не спыняют рух, не думают про то, что затримка на дороге может каштовать комусти маемости те життя. Даже вот за прошлый год было два ДТП, связанные именно с непропуском пожарно-аварийно-спасательной техники. Ну, если в случае вот ДТП, случается ДТП, естественно, машина прекращает следование к месту трагедии, высылается дополнительная техника, а это все время, которое могло быть потрачено на тушение пожара, спасение жизни, оно, к сожалению, теряется. Подчас проведения рейду под назвой «Саступи дорогу спецтранспорту» оштрафовано 10 водителей, которые не соступили дорогу, те не спынили полностью рух. Акция показала, что нагадать удельникам дорожного руху про основные правила и отказность за их невыполнение будет не лишним. Согласно пунктам правил 26, водители при виде автомобиля с приближающимися включенными маячками синего цвета обязаны уступить дорогу, а при виде автомобиля с включенными маячками красного и синего цвета обеспечить беспрепятственный проезд. Наказание за данное правонарушение составляет от 2 до 10 базовых, либо лишение права управления на срок 1 год. Евген Побаловец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».